Житель спортивной Виталий спешит на футбольный матч, скандируя стихи Пушкина, а его соседка возвращается домой, держа в одной руке авоську, в другой – мужа. Квартал, который стоит на границе замершей во времени Первомайки и процветающего центра, художники называют ярким образом постперестроечных преобразований в городе. От этого и характер персонажей – дети перестройки, моряк, жарко заявляющий превосходство правого руля. Мы, художники, мы не хотим этим сказать, вот этим проектом, о том, что нам бы хотелось бы, чтобы это время вернулось или чтобы оно осталось. Вот. Мы нам, наоборот, это часть нашей истории. Вот. И как бы эти, они, видите, они выглядят как монументы. Фасады пятиэтажек на островке между проезжей частью улицы Спортивная украсят 8 бетонных рельефов в человеческий рост. Проект Павла Шугурова «Обитатели спортивки» – это продолжение исторического проекта 2010 года, героями которого стали обитатели Миллионки. Но в отличие от него, идея оформления первомайских пятиэтажек художнику подсказали сами жители. Совсем скоро островок на Спортивной заживет по-новому, ведь кроме художественного оформления жилых домов, здесь планируется отремонтировать внутриквартальные дороги и привести в порядок придомовые территории. Это хорошо, что вот это вот благоустраивать хотят ее, пора. Потому что, ну, за столько лет дороги, конечно, тем более сейчас пробки были. Благодаря вот этим пробкам у нас поразбивали это. Эти дома уже перешагнули пенсионный возраст. Их сдавали в конце 50-х, а те, кто живет в них до сих пор, уже и не помнят, когда в последний раз специалисты ремонтировали фасад и облагораживали площадки с подъездами. Теперь, благодаря открытому общению жителей и представителей власти, ситуация должна измениться к лучшему. Александра Хрипунова, Платон Волков, «Панорама».